Девочки, всем привет! Мы сделаем сегодня с вами небольшой массаж для нашей зоны декольте, для нашего лица. Для этого нам понадобится масло. У меня вот такое вот органное масло с добавлением абрикоса. Это очень хорошее масло. Я когда была в Марокко, мне его, собственно, посоветовали. Поэтому вам тоже его советую. Но вы можете выбрать любое удобное для вас масло. Мы начинаем с зоны головы, как бы немножко расслабляя нашу голову, да, вот так вот, как бы наши пальчики, это такая расческа, скажем так, и потихонечку мы вот так вот мягко начинаем массировать нашу голову. Угу. Также спереди, естественно. Отлично. Еще чуть-чуть. И сейчас мы нанесем несколько капель масла. У меня масло не совсем жидкое, поэтому, наверное, больше, чем несколько капель. В общем, самое главное в этом деле это растереть хорошо ладошки. Растираем, чтобы горячо стало. И потихонечку, так, спустим бретельки, начнем массажировать и накладывать масло сначала на зону декольте. Такими вот как бы поглаживающими движениями. Здесь у нас находятся лимфатические узлы, вот сюда все уходит. Поэтому мы двигаемся сюда от центра к периферии, в данном случае в нашей подмышке. Отлично. После этого мы можем также сделать вот такой вот легкий массаж в затылочной части. Как бы антистресс, да, такой? Самомассаж, антистресс. Угу. Я уже чувствую, все горячо, это хорошо. Отлично. После этого, девочки, я еще возьму немножко капель органного масла, и мы начинаем с нашего массажа, как бы вот сначала как бы вбивая, да, это масло в нашу кожу лица, вот так вот можно постукивать легко, да, все должно быть плавно, уверенно, но нам самое главное не растянуть кожу. После этого мы начинаем вот так вот аккуратненько поднимать, да, мы начинаем с нижней зоны, зоны подбородка, поднимаем вот так вот аккуратненько нашу кожу, проводя вот такие вот линейные движения к ушкам вот сюда. Угу. То мы можем вот так вот кулачки согнуть ручки и то же самое проделать. Будем делать каждое движение по 8 раз. Еще 4. Вот. Можем также сделать с одной стороны, с другой. Самое главное, чтобы мы это делали на постоянной основе, потому что мы знаем, как и в спорте постоянство – залог успеха. Вот. Помните о том, что ваша кожа также должна правильно питаться, пить чистую воду каждый день, кушать высококачественный белок. В общем, все должно быть в комплексе. Угу. Вот. Сейчас мы вот так опять немножко постучим по вот этой вот уже второй и третьей, да, нашего лица. И вот так вот аккуратненько, вот такими вот указательными пальчиками, либо можно их согнуть, как вам удобно. Давайте их согнем. Начнем также, да, проводить от центра 8 раз до наших ушек. Угу. Отлично. Можем здесь нарисовать елочку, например, да? Вот, рисуем елочку. Елочка. И снизу
Вверх тоже елочку, да? Отлично. Давайте теперь обработаем зону наших глазок. То же самое здесь очень аккуратненько, девочки. Очень тонкая здесь у нас кожа, очень нежная, нуждающаяся в заботе, но очень такой деликатной заботе, да? Сейчас сделаем 4. Отлично. Еще раз, один раз. И сейчас мы подходим к нашей части лба. Я возьму еще несколько капель. Вы смотрите сами, но мне нравится. Мне нравится, что все в масле, что все такое горяченькое внутри. И начинаем делать вот то же самое, что мы делали внизу. Сначала пальчиками вот так проведем от, извините, пожалуйста, от периферии к основанию корней наших волос. Можем даже вот так постукивать. Еще буквально 2 раза. И после этого, чтобы избавиться от морщин, от тех небольших морщин, которые у нас есть на лбу, мы потихонечку вот так вот от снизу, точнее, да, снизу мы поднимаемся наверх. Отлично. Давайте проделаем это еще буквально минутку. Это очень хорошая методика. Мне действительно помогло. Я увидела, что моих морщин на лбу стало меньше. Вам также советую. Отлично. Еще буквально полминутки поделаем такое упражнение. Можно прям вот так сделать, да? То есть, мне кажется, самое главное – это с любовью, с постоянством делать эти процедуры. И наша кожа лица нам скажет спасибо. Отлично. После этого еще раз разгладим наш лобик, наши глазки, наш подбородок, наша зона декольте. Можно даже на губки немножко. У меня губы всегда сухие, поэтому почему бы и нет. Ну, пожалуй, все, девочки. Надеюсь, вам понравился мой комплекс упражнений.